началось третье ежегодное соревнование по сбору макулатуры «Boom Battle». В нем участвуют детские сады, школы, колледжи, вузы и частные компании. Присоединиться к мероприятию может также любой желающий. Пункты приема макулатуры откроют в учебных заведениях, а также в офисах и отделениях партнеров проекта. Ближайшую точку можно найти на сайте boombattle.rf. Макулатуру отправят на перерабатывающие заводы. Она превратится в новую упаковку для яиц и фруктов, туалетную бумагу, гипсокартон и блокноты. В поддержку акции по всей стране пройдут просветительские мероприятия, экологические уроки и экскурсии на заводы по переработке макулатуры. Boom Battle продлится в течение 2 месяцев. В финале определят тройку лидеров в каждой из категорий. В 2 предыдущих акциях приняли участие более 1 000 000 человек. Они собрали свыше 3 000 тонн макулатуры и сберегли таким образом порядка 60 000 деревьев.